привет, это Лариса Браус. Недавно увидела в группе «Коллаж» очень интересную афишу, вот такую вот. И решила посмотреть, проверить, что это вообще такое. Покатушки в бывшем стройдепо. Территория 6000 квадратных метров, где можно спокойно кататься на роликах, скейте, гироскутере. Не страшно. Если мало ли что, тут есть и бинты, и всякие перекись и прочие такие моменты. Я-то хочу попробовать кататься на гироскутере. Кстати, здесь есть аренда. Не страшно. Давай лучше сразу на нее резко. Поставили, сразу второй. Резко. Ага. Раз и два. Смотрите, как получается. Да, я еду. Я сейчас упаду. Я хочу сейчас с кем-нибудь поговорить, сука, кататься на скейте. Я всегда мечтала тоже научиться. Площадка здоровская. Бетона нигде у нас нет. Покататься не удается. Прежде всего, научиться надо ездить. Без этого уже никак. Левая нога ставится поближе к болтам. Правой делается толчок. Сначала попробуйте встать просто, постоять. Двумя ногами. Стану профи! В городе не так много площадок, где можно вот так спокойно провести выходные, покататься на скейте, покататься на роликах. Да и погода сейчас не позволяет, а это, по-моему, идеальное место. Я хочу пообщаться с всеми этими людьми. Нравится, очень хорошо. Лето штуки не чувствуется. Это лучше, чем сидеть дома. И очень мало дорог хороших для того, чтобы кататься на роликах, на скейтборде. Вот я знаю только филармонию, а так, чтобы прям все помещение. Нет, не было раза. Ты бы приходила сюда каждые выходные, если бы здесь было открыто, да? Здравствуйте, приходите к нам покататься. Это была Лариса Браус. Подпишитесь на мой канал. Всем пока.